Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «О том, о сём с Ксюшей». Этот канал из Норвегии. О Норвегии и о жизни в Норвегии еще мы немножечко готовим. В этом видео я бы хотела поделиться рецептом моей мамы. Икра из красного буряка. Буряк очень полезный. Пигмент бета-цинин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований. Также свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени и почек, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Содержит кучу различных витаминов и минералов, выводит токсины, имеет кроветворные свойства и предотвращает преждевременное старение. Такую корку можно кушать как дополнение к любому блюду. Также можно сделать бутерброд, намазав ее на хлебушек или на хлебцы. Для приготовления такой корки нам понадобится 2 средних буряка, 2 морковки, 2 лука, масло для жарки, томатная паста, специи, соль, уксус и манка. Чищаем наши овощи. Теперь нам понадобится терка. У меня электрическая, но можно и на обычной потереть, на крупной бурячной. Трем буряк и морковку. Разогреваем сковородку приблизительно 75 мл растительного масла. Режем наш лучок и отправляем на сковородочку. Жарим наш лучок несколько минут. Затем отправляем туда нашу потертую морковочку с бурячком. Хорошо все мешаем и накрываем крышечкой. Уменьшаем огонь. Помешиваем иногда. Приблизительно через 10 минут добавляем соль. Соль добавляем по вкусу. На мою порцию я добавила приблизительно 2 чайные ложечки, неполные. Жарим еще приблизительно 5 минут. Добавляем уксус. Для усиления вкуса добавляю приблизительно 3/4 чайной ложечки сахара. И теперь можно добавить наши специи. Добавляем 2 чайные ложки томатной пасты, полные. Хорошо все мешаем. И в конце добавляем полную столовую ложку манки. Вся эта красотень жарится приблизительно 20 минут. И в самом-самом конце добавляем чесночок. А как же без него? Я его везде добавляю. Он очень хорошо гармонирует с этим блюдом. Вот наша вкуснотища и готова. Ее можно кушать как холодную, так и горячую. Рецептик вы найдете под видео в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том, о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может просто интересен.